много людей, кто теряет работу, много людей, кого зажимают здоровьем, деньгами и так далее. Почему? Потому что мы идем не своим путем. Да? Когда мы идем не своим путем, у нас есть вопросы. В всяком случае, нашего бессознательного есть вопросы к нам. Вот. И некоторые вещи можно отследить, увидеть в своих гороскопах, тогда жизнь будет значительно проще. Отлично. Thank you very much. Just to do. That's all for my Rachel. Okay. First of all, I thank you all for coming to this lecture. Can you all hear? Your voice is too... Okay. Если буду я тихо говорить, у меня... I think Natalia has already introduced me. Думаю, что Наташа уже достаточно его представила за это время. Still, I'd just like to say that from the age of 18, this is the only thing I am doing. С 19 лет это единственная вещь, которой я вообще занимаюсь. And from 2007, I'm traveling to different countries. И с 2007 года я путешествую по разным странам. And this is the fourth time I have come to Belarus. Это четвертый раз, когда я приехал в Беларусь. And I must say that I am extremely happy and I am extremely grateful to the kind of interest in spiritual subjects I see in Belarus. И мы очень рады, очень счастлив тому уровню духовного развития, который идет в Беларуси. I think you have already heard that Vedic astrology is very much connected to spiritual principles. Возможно, вы слышали, что астрология очень соединена с духовными принципами, единое целое. Like the planetary positions that we have in the horoscope, they are completely related to our deeds of the previous lives. И позиции планет, которые в наших гороскопах, они очень тесно связаны с теми поступками, которые мы делали в прошлой жизни. And in this life, through the actions, good or bad, и в этой жизни через действия, хорошие либо плохие, we can make some alterations to those indications that we have in the horoscope. Мы можем каким-то образом использовать some changes. Немножко изменить то, что мы видим в гороскопе, то есть то, что предначертано. I personally respect all styles of astrology. Я уважаю все виды астрологии. And during all of my trips to Europe, I have seen one particular truth. И пока я путешествовал по Европе, я увидел кое-что истинное. That when we work on a particular horoscope through different styles of astrology, когда мы работаем с гороскопом в разных стилях астрологии, at least 80-90% of the things that we find are same. От 82 до 90% информации совпадает, то есть западная и индийская астрология. В разных. Even when I am doing birth time rectifications, that is trying to find somebody's birth time. Даже когда я делаю ректификацию по времени, то есть нахожу точное время рождения. Quite often I have seen my rectification matches with the rectification by Western astrologers, even by Chinese astrologers. Я часто встречаю, что мои результаты, то есть то время, которое он определил, совпадает с результатами других астрологов, даже китайских. Even Chinese. Даже китайских. Я просто поясню, что это очень сложно вычислить время, если его не знаешь. То есть это одна из самых сложных астрологий. But then, of course, every style has some special advantages or special strong points. Но каждая разновидность астрологии, у нее есть свои какие-то сильные стороны. So when I speak with my friends who are involved in other styles of astrology,
когда разговариваю со своими друзьями, которые занимаются другими видами астрологии, most of them say that for specially two reasons they respect Vedic astrology a lot. Что они уважают ведическую астрологию как минимум за два пункта. Firstly, there is the special system of timing of events, when in which year what events are going to take place. Первое – это специальная система, которая позволяет узнать, когда какое событие произойдет, в каком месте. So Vedic astrology has some special systems for timing of the events, which is not found in other styles of astrology. То есть там специальная система, ну, скажем так, тайминга, да, по, как мы видим по времени, которая не существует в других видах астрологии. The other thing is, or the other point is, the different kinds of solutions to the problems or remedies. И второй момент, это то, что астролог не только говорит, что случится, но еще и дает какие-то определенные способы защиты, то есть способы изменить то, что предначертано. In the ancient texts of Vedic astrology, we find a lot of discussion on how to improve our strong points and how to control our weak points. В древних текстах можно найти способы, которыми мы можем либо контролировать какие-то плохие моменты, либо улучшить хорошие. But of course, most important is to be respectful towards God. Но первое, самое главное, это уважать Бога. Because according to Vedic astrology, the planets give us the results according to the wish of God. Потому что в соответствии с ведической астрологией планеты дают нам результаты, те, которые предполагает Бог. I would like to ask you that how many of you have listened to my lecture in Minsk before? Я бы хотела спросить, кто из вас до этого присутствовал на лекциях или послушал курс Арджуны? По интернету проведем. Okay. Then I will, in the first part of my lecture, I will talk about some interesting sides of Vedic astrology. Тогда в первой части я расскажу о некоторых интересных моментах ведической астрологии. And in the second part, we will talk about a little heavy things, a little bit of spiritual connections with Vedic astrology. А во второй части мы поговорим о немножко более сложных вещах, каких-то духовных соединениях с ведической астрологией. And after that, I will definitely take your questions. И после этого я отвечу на ваши вопросы. So in Vedic astrology, we actually use 9 planets. В ведической астрологии мы используем 9 планет. But the 9 planets used in Vedic astrology are not the 9 planets that used to make up the solar system. Но это не те самые планеты, которые мы используем в солярной системе, то есть. In Vedic astrology, any heavenly body in the space or astronomical point which has effect on us are called planets. В ведической астрологии каждое какое-то космическое тело, которое каким-то образом на нас влияет, называется планетой. So we are using sun, moon. Мы используем солнце, луну. Mars, Mercury, Venus. Марс, Меркурий, Венеру. Jupiter, Saturn. Юпитер, Сатурн. And then two special astronomical points called Rahu and Ketu. И два особых астрономических узла, которые называются Раху и Кету. So all these 9 planets are playing very important role in the horoscope. Все эти 9 планет играют очень важную роль в гороскопе. Then, like other styles of astrology, we have the 12 zodiac signs. Как и в других видах астрологии, у нас 12 знаков зодиака. And we have 12 houses. И 12 домов. But outside these, we also have 27
constellations or groups of stars. Но помимо этого у нас еще есть 27 созвездий либо групп звезд. And also there is a system of dividing each zodiac sign into many smaller parts. И также присутствует система, которая делит каждый знак зодиака на более мелкие части. So we can say that compared to other systems of astrology, Vedic astrology has more theories or more rules. То есть по сравнению с другими системами астрологии, ведическая астрология имеет больше теорий или больше правил, можно сказать. So although it may seem that there are a lot of rules, but with gradual practice, you will actually get accustomed to them. They will become easy. Вместе с тем, несмотря на то, что изначально кажется, что их слишком много, приступив к изучению, мы понимаем, что на самом деле это легче, чем кажется. Now, it is very interesting that Vedic astrology has the special timing of event system that I will discuss now. Сейчас мы обсудим вот эту вот специальную систему, которая позволяет точно определить время события. What is this? Можно это выделить? Да. Anything about the news or it's okay. Just So normally in Vedic astrology it is said about the longevity of a human being that in the present era it can be maximum 120 years. Ведической астрологии считается, что нормальная длительность жизни человека 120 лет. Sometimes, of course, there are exceptions. A few people live a little more than 120 years. Конечно, не без исключений. Некоторые люди живут и дольше. Like one of my important spiritual teachers, he lived almost 140 years. Очень важный для него духовный учитель жил больше, чем 140 лет. And in India, there are some special yogis or special saints who can live up to thousands or more years also. There are proofs. Есть доказательства тому, что в Индии есть люди, вот йоги, которые занимаются йогой, и святые, которые живут больше, чем 1000 лет. So, out of these 120 years, it has been described in Vedic astrology that sun controls 6 years. Из этих 120 лет, которые человек предполагается должен прожить, Солнце контролирует 6 лет. Moon controls 10 years. Луна 10 лет. Mars 7 years. Марс 7 лет. Rahu, one of the astronomical points, it controls 18 years. Раху контролирует 18 лет. Астрономический узел. Jupiter 16 years. Юпитер 16 лет. Saturn 19 years. Сатурн 19. Mercury 17. Меркурий 17. The other astronomical point Кету 7 years. Еще один астрономический узел Кету 7 лет. And Venus 20 years. И Венера 20 лет. Now all together, if we actually add all these, we will reach 120 years. Если мы сложим все эти пункты, то у нас получится как раз 120 лет. But my life may begin with the period of, for example, Mercury. Но жизнь может начаться, например, с периода Меркурия. Somebody else's life may begin with the period of Venus. Чья-то еще жизнь может начаться с периода Венеры. But after that, the order remains to be the same. The next periods come in the same order. Но затем все эти периоды проходят по порядку, так вот как записано.
But maybe two of us here start their lives with the period of Mercury. Но, например, двое из присутствующих здесь могут начинать жизнь примерно в одно время в период Меркурия. But the first period is always experienced in a fraction, not the full period. Но первый период он всегда для нас проходит частично, не полностью. So maybe after my birth I get 12 years of Mercury out of 70. То есть после его рождения он может, например, получить 12 лет Меркурия из 17. But the other person may get only 1 year of Mercury. Но другой человек может увидеть только один год Меркурия. So it is very, so there is no general rule that at what age who will pass through which planet's period. It varies from one horoscope to another. То есть нет какого-то определенного правила, сколько каждый человек должен пройти времени в каждом периоде. Это зависит от того, какой у него гороскоп. But now, how will be the results of these periods? Ну, как мы будем судить результат этих периодов? Normally people think that Saturn is a bad planet. Обычно люди думают, что Сатурн — это плохая планета. And somebody or most people normally think that Jupiter is a good planet. И также большинство людей думают, что Юпитер — это хорошая планета. But actually, the results depend on the position of that planet in our birth horoscope. Maybe I have a good Saturn, you have a bad Jupiter. Но на самом деле результаты зависят от того, какое место планета занимает в гороскопе. То есть, возможно, у меня хороший Сатурн, а у вас плохой Юпитер. So, for me, the Saturn period can be very good. То есть для меня период Сатурна, например, может быть очень хороший. But now one may say that the Saturn period is of 19 years. It is very long. Но человек может подумать, что это же слишком долго, 19 лет периода Сатурна. So how can one go through good or bad time for 19 years in a row? Is it possible? То есть возможно ли, в принципе, на протяжении 19 лет, чтобы период был полностью хороший или полностью плохой? Now this 19 year is actually again divided into 9 unequal parts. Но этот период, он делится на 9 неравных частей, в свою очередь. They are called sub-periods. Они называются sub-периоды, подпериоды. So each of these periods are divided into 9 unequal parts. То есть каждый из этих периодов он делится тоже на 9 частей, которые не равны. So all of us at this time of our life are going through some planetary period and some planetary subperiod. То есть в каждый момент нашей жизни мы все проходим через какой-то период и подпериод одновременно. So based on this thing we can make very, let's say, very detailed judgments of timing of events, when the good time will come, when the bad time will come. То есть, базируясь на этих знаниях, мы можем сделать очень точный прогноз, когда будет хорошее время, когда плохое. But there is another funny thing that destiny plans for us. Destiny is a, sometimes it is quite funny. Но есть также вещи, которые судьба для нас планирует, и часто они довольно забавные. Maybe my current period and sub-period is financially very good, but for family it is very bad. Возможно, период, в котором я нахожусь, очень хорош для получения каких-то доходов, денег, но не очень хорош для личной жизни семьи. Or maybe financially and in family we are very happy, but I can have a big accident. Ну, возможно, все хорошо в семье и с деньгами, но есть возможность попасть в какую-то аварию, например. For example, if we look at history of different countries, например, если мы посмотрим на историю разных стран, we will see quite often somebody has become the king of a kingdom or become the president of a country. Мы можем увидеть, что кто-то становится королем страны или президентом. And within 1 month, maybe the person has been assassinated also. И через один месяц его убивают. So it means one period can indicate success and at the same time even death. То есть это значит, что один период он может приносить одновременно успех и вместе с тем даже смерть.
So this is, of course, one of the most mysterious parts of Vedic astrology. Это, наверное, одна из самых загадочных частей ведической астрологии. But then, of course, like other systems, like transits of planets, which are continuous movements of planets, like in other systems, that is also used in Vedic astrology. Но также другие системы, которые используются в других видах астрологии, например, транзиты планет, также используются и в ведической. And there are some other systems also, but I do not want to go into technical details. Присутствуют также другие системы, но я просто не хочу идти слишком глубоко в детали. No, actually, different countries are also often controlled by different planets. Кроме того, разные страны также контролируют разные планеты. So that is another branch of astrology. Это еще одна ветвь астрологии. Now, in ancient India, every kingdom used to have specialist astrologers who would judge the destiny of the kingdom and the relationship with the neighboring countries. В древние времена каждая страна имела своего астролога, который мог посмотреть, как будет развиваться сама страна, что будет происходить, и каковы будут отношения с другими странами. Also, they used to judge the possibilities of any kind of natural calamity, what kind of harvest or what kind of crops the kingdom will have in that year, all these things. Эти люди также астрологи. Они могли увидеть, какие еще, скажем, прибавления к землям, либо изменения границ могут произойти. But nowadays, unfortunately, because the government actually does not pay such astrologers for doing this kind of research, somehow this branch of astrology has got a little bit neglected. Но в наше время, поскольку правительство не желает платить астрологам, то эта ветвь, она как бы в забвение уходит постепенно. But still there are some astrologers who work very hard on one or two particular parts of this branch. Но все еще существует небольшое количество астрологов, которые работают очень усердно над конкретными пунктами этой ветви. There are some investors who like to invest in stocks, in metals, foreign exchanges, etc., who pay to astrologers for making predictions regarding these things. В основном эти люди занимаются тем, что делают предсказания тем, кто занимается продажами на биржах, металлов, драгоценностей, драгоценных камней и так далее. То есть эти люди инвестируют в эти постройки. So unfortunately, I do not deal with this particular brand so much. К сожалению, я не так близко этим, я не так часто этим занимаюсь. But of course, we cannot deny that the destiny of a particular country very much affects the destiny of the individuals also. Но мы также можем заметить, что судьба конкретной страны в чем-то совпадает, скажем так, с каждым ее жителем. Да? То есть в каких-то моментах они совпадают. Now we may remember that around 2007, around 2008, that time there was also a very big financial crisis, especially in European Union. В 2007-2008 он упоминает о финансовом кризисе, который был. So normally, when this kind of crisis comes, according to Vedic astrology, they can continue for a period of about 2-2.5 years. То есть обычно, когда такой кризис приходит, то он происходит на протяжении 2-2.5 лет. So this is mainly because Saturn stays in one particular zodiac sign for 2.5 years. Это потому, что Сатурн в это время стоит в конкретном знаке зодиака как раз в 2.5 года. So when the position of Saturn is very, let's say, inauspicious, or it is in a very kind of difficulty, quite often, some part of the world go through big crisis.
То есть, когда Сатурн стоит вот в такой позиции не очень сильно, то какая-то часть мира, ну, в общем-то, испытывает такого рода кризис. So at that time, I remember in a television program in my city of Calcutta, I was asked about financial matters. Примерно в это время на калькутском телевидении в его родном городе его как раз спросили про вот эти вещи. In fact, that was the time when the crisis did not come. Just before the crisis came, this interview was taken. Интервью брали прямо перед тем, как кризис случился, то есть еще его не было. At that time, actually, the financial situation across the world was looking quite promising, and in India, like stock markets going reaching record high positions, it was a very optimistic situation. И в то время ситуация в мире была достаточно оптимистической. Котировки в Индии шли вверх, ну и в общем как бы ничто не предвещало. But then Saturn moved to, in Vedic system, Saturn moved to the zodiac sign of Leo. Но в то время как раз Сатурн двигался в знак Льва. And it stayed there for 2.5 years, which marked the period of the crisis. И ну, предполагается, что 2.5 года как раз он там будет, как раз период кризиса. Now Saturn is in Scorpio, according to Vedic system. Сейчас Сатурн в Скорпионе, в соответствии с ведической системой. It came to Scorpio 1.5 years ago. Он туда переместился 1.5 года назад. And it will stay in Scorpio for almost 1 year more, like 10-11 months. И еще где-то 10-11 месяцев, почти год, он там будет оставаться. So during this period, we can expect a lot of disturbances, not only in Europe or in Russia, but all across the world. То есть все это время еще будут происходить такие не очень приятные вещи, причем не только в России, где-то вот здесь поблизости, но вообще в принципе по всему миру. Especially between February and August, there is an extremely, let's say, disturbing planetary combination in the space. February and August this year. То есть особенно вот такая неприятная ситуация будет между февралем и августом. During this period, Saturn and Mars together will be staying in Scorpio in Vedic system. По ведической системе в этот период Марс и Сатурн будут стоять в Скорпионе вместе. So this is an extremely disturbing planetary position, and this will continue till middle of September. И вот эта неприятная ситуация, скажем так, очень неприятная, будет продолжаться до середины сентября. So till then, across the world, we can actually expect a lot of unfortunate things happening. И в это время по всему миру можно ожидать каких-то не очень приятных вещей, которые будут случаться. But what does Vedic astrology suggest in this kind of situation? И что может посоветоваться в этой ситуации ведическая астрология? In 1962, there was a very scary planetary indication in 1962. В 1962 году была такая очень опасная планетарная ситуация. 8 out of the 9 planets came in one line. 8 out of the 9 planets. 89 планет стали в одну линию. So in that year, there was a war between China and India. Как раз в тот год случилась война между Китаем и Индией. And there was a situation called the Caribbean crisis, that is, Russia and USA were almost going to a third world war. И в то же время случился Карибский кризис, когда Россия и Америка практически были в состоянии войны, почти вошли в войну. So in that year, all over India, in all of the spiritual places, a lot of special rituals, like Vedic rituals, were performed to prevent this bad planetary combination do big harm to the world. И как раз в то время Индия взяла на себя такую роль, что там проходило очень много всяких духовных специальных ритуалов для того, чтобы вот эти все происшествия их каким-то образом сгладить, чтобы не было еще хуже.
And because of that, or I don't know, because by the grace of God, we were able to finish the India-China war fairly quickly without much damage. И то ли благодаря этому, то ли благодаря воле Бога удалось закончить эту достаточно быстро эту войну без таких глобальных жертв. And also, no World War took place in 1962. Ну и естественно мы знаем, что не случилось с Третьей мировой. But basically, what I want to say is, in difficult situations, we need to believe in ourselves, but at the same time, we need to believe in God. То есть в таких сложных ситуациях надо, конечно, верить в себя, но в то же время надо не забывать полагаться на Бога. Because normally the planets like Saturn and Rahu and Mars, they cause big troubles. Потому что обычно такие планеты, как Сатурн, Марс и Раху, они причиняют достаточно много проблем. And in Vedic astrology, to control these planets, we are supposed to do some special kinds of charities or some special kinds of disciplines, let's say religious austerities. И в период этих планет желательно как можно больше делать каких-то religious disciplines. Yes, charity. Жертвовать куда-то, да, на какие-то благие вещи, деньги, благотворительность, заниматься благотворительностью и даже какие-то определенные духовные ритуалы, как, например, пост соблюдать, либо какие-то ограничения на себя накладывать. For example, every day of the week is related to one planet. То есть каждый день недели он посвящен какой-то определенной планете. Monday is related to Moon. Понедельник Луне. Tuesday Mars. Вторник Марс. Wednesday Mercury. Среда Меркурий. Thursday Jupiter. Четверг Юпитер. Friday Venus. Пятница Венера. Saturday Saturn. Суббота Сатурн. And Sunday Sun. Воскресенье солнце. So if I have a bad Saturn in my horoscope, what should I do? Если, например, у меня в гороскопе плохой Сатурн, что нужно сделать? On Saturday, I am supposed to maintain some special disciplines or self-control. В субботу мне нужно будет прибегнуть к определенной, скажем так, дисциплине или контролировать себя определенным образом. So at least on that day of the week, I should be taking strictly vegetarian food. То есть хотя бы конкретно в этот день недели нужно есть только вегетарианскую еду. It means no meat, no fish, no egg. То есть достаточно строго, не только ни мяса, ни рыбы, но еще даже не яиц. No alcohol. Естественно, никакого алкоголя. And also no sexual relation. И секс. But we must remember, in Vedic system, a weekday starts from the sunrise and it ends at the next sunrise. И по ведической астрологии день он начинается с одного восхода и заканчивается другим восходом, то есть сутки. And then there are several kinds of charities we can do, which actually improve our karma or it balances negative planets. Также есть определенные пожертвования, определенные виды деятельности, которые помогают сбалансировать вот этот негатив, который планета приносит. For example, for satisfying Saturn, we are supposed to do charity to monasteries. Например, чтобы удовлетворить Сатурн, нам нужно жертвовать монастырям. For Jupiter, we are supposed to do charity to temples or to churches, to religious places. Юпитер требует пожертвования каким-то религиозным местам, то есть храмам, церквям и так далее. For Mercury, we are supposed to do charity to organizations looking for small children, like orphans, like that. Меркурий требует пожертвования маленьким детям, то есть сиротам.
like this, it for different kinds of problems coming through different kind of planets, we can do different kinds of balancing activities. То есть в зависимости от того, какую проблему приносит данная планета, мы должны делать какое-то определенное действие. Спросите, пожалуйста, это на протяжении всей жизни или это период какой-то? Do we need to do that all our life? No, we have to see that during that period when that planet is causing the problem. Только тот период, когда планета причиняет проблемы. Also, we can say that there are some easier ways, but expensive ways to protect ourselves also. Но существуют более легкие, но соответственно более дорогие способы, чтобы защиты. We have 9 holy minerals connected with the 9 planets in Vedic astrology. Существует 9 святых минералов, которые соответствуют 9 планетам. For the planet Sun, one is supposed to wear the mineral ruby. Для того, чтобы удовлетворить Солнце, человек должен носить рубин. For the planet Moon, one is supposed to wear natural pearl. Для Луны это будет натуральный жемчуг. For Mars, one is supposed to wear natural red corals. Для Марса это натуральный красный коралл. For Mercury, the mineral is emerald. Для Меркурия изумруд. For Jupiter, it is yellow sapphire. Для Юпитера желтый сапфир. For Venus, it is diamond or zircon. Для Венеры это бриллиант или цирконий. For Saturn, it is blue sapphire. Для Сатурна это голубой сапфир, синий сапфир, темно-синий. And for the planet Rahu, it is a special kind of garnet called hesonite. И для Раху это гессонит, подвид граната. And for the planet Ketu, it is cat's eye. И для Кету это кошачий глаз. So we suggest wearing these minerals when you actually need more energy from that planet. You want to stimulate that planet. И эти минералы нужно носить именно тогда, когда вы хотите получить больше энергии от конкретной планеты, то есть ее простимулировать. But when you are actually trying to protect yourself from an energy of a planet which is harming you, we won't suggest you wearing mineral for that. Если вы хотите защититься от какого-то плохого влияния планеты, то ее камень носить не нужно. Наоборот, усилия. In that case, you have to do things like charity, or you have to maintain the discipline, like calming the planet. То есть в этих случаях вы должны немножко успокоить планету, то есть заняться благотворительностью, либо вот какими-то там аскетическими практиками. And even our living place plays an important role connected to Vedic astrology. И даже то, где вы живете, играет очень важную роль в астрологии. Suppose somebody is going through a period of Saturn, and Saturn is in bad position in that person's horoscope. Например, у кого-то сейчас идет период Сатурна, а Сатурн вообще занимает не очень хорошее место в чем-то гороскопе. Now every planet has its specific direction. И каждая планета имеет свое определенное направление. So if you at that time, if you live in a flat which has the entry in the western side, it can be even worse for you. Поэтому, если в этот период вы живете в квартире, которая имеет вход с западной стороны, то это будет для вас еще хуже. Because Saturn indicates the western side. Потому что Сатурн указывает на западный вход. And if somebody has a good position of Mercury, а если у кого-то, например, Меркурий в хорошей позиции, to make use of that, one can live in a place where the entry is in the north, because north indicates Mercury. Усилить его хорошее влияние можно, если поселиться в месте, где вход находится с северной стороны. So just to make it interesting, I'm drawing the directions of the planets. Чтобы вам было немножко интереснее, я нарисую направление планет.
So like this actually we can also understand countries in which direction, cities in which direction can be good for us. Таким образом мы можем понять, в каких направлениях города или даже страны будут для нас хороши. North is Mercury. Север – это Меркурий. East is Sun. Восток – это Солнце. West is Saturn. Запад – это Сатурн. South is Mars. Юг – это Марс. Southeast – it is Venus. Юго-восток – это Венера. Northwest – it is Moon. Северо-запад – это Луна. Northeast – is Jupiter. Северо-восток – Юпитер. And Southwest – is Rahu. Юго-запад – это Раху. Northeast can also be said, it is also the direction of Ketu. It may also be said, although it is not mentioned. Хотя это не указано, но можно также сказать, что северо-восток – это место Кету, направление Кету. So if you have a very good, let's say, position of Moon, то есть если у вас очень хорошее положение Луны, then countries towards Northwest can be lucky for you. То те страны, которые находятся на северо-западе, будут для вас счастливыми. So business connections with those countries or going to study in those countries. Например, какие-то бизнес-проекты совместно в этих странах, либо going for studies. Также, может быть, поездка на обучение. So this can be helpful in your favorable direction. То есть это вам вообще поможет в жизни для того, чтобы, если вы будете следовать вашему направлению. And of course, every planet is related to different kinds of subjects. That is related to studies, related to business. Different planets indicate different kinds of things. И, конечно, каждая планета означает какое-то определенное занятие, бизнес, либо какой-то предмет, если мы изучаем. For example, if somebody has very good Jupiter, then any business related to education or knowledge or consultation can be very good. То есть, если у кого-то сильный Юпитер, то ему будет вести такие занятия, как консультация, обучение в этой сфере. Like I have a good position of Jupiter. У Арджуна тоже хорошая, Юпитер хорошая позиция. So that is why I work with subjects somewhat related to spirituality, somewhat related to knowledge. I like to work with such subjects. Поэтому мне нравится работать с такими направлениями духовными и в то же время связанными со знанием. For example, Rahu indicates logistics. Раху представляет логистику. So if somebody has a good Rahu, he can be suggested to work with logistics. То есть если у кого-то этот узел в хорошем положении, то Арджун бы ему посоветовал работать именно с логистикой. Venus indicates cars. In general, just cars for domestic use. Венера представляет машины любые. But when it comes to repairing of car, then it is Saturn. Но вот когда мы говорим о том, чтобы чинить машину, то это уже Сатурн. So actually, it is possible to go very deep in a very detailed way to understand what exactly is good for which person and what one should avoid. То есть таким образом можно очень детально рассказать, что будет хорошо для человека, а чего ему следует избегать. For example, Sun indicates people who are very respected in the society, the rich people, the high society people. Например, Солнце указывает на людей, которые занимают высокое положение в обществе, богатых. So if somebody has a bad sun, one should be careful from such people. Those people can be harmful.
То есть если у кого-то солнце в слабой позиции, то такому человеку желательно избегать контактов с богатыми и высокопоставленными людьми, потому что для него это может быть не очень хорошо. So, in the same way, people, all subjects, people, houses, everything can be judged. То есть таким образом можно посмотреть houses, any kind of business and. То есть можно посмотреть все, и бизнес, и дом, недвижимость какую-то, и профессию, то есть любые сферы. But of course, Vedic astrology has a lot of discussion on personal relationships. Ну, конечно, такой один из самых таких важных вопросов – это обсуждение личной жизни. There are a lot of rules how to match horoscopes for marriage, for long-term relationships like this. И существует много правил, как посмотреть, подходят ли люди друг к другу, долгие отношения, свадьба, вот эти вопросы. Interestingly, in our branch of astrology, we give a lot of importance to moon signs or the position of moon, more than some signs actually. В ведической астрологии больше значения придается именно лунному знаку, а не солнечному, как это в западной. Sun is given more importance in professional relationships. Потому что солнце дает, оно более важно для профессиональных каких-то отношений. Because sun indicates success, sun indicates energy to work, ambition, these things. Success, energy, ambition. Потому что солнце означает успех, энергию, амбиции. But when it comes to more softer things, like emotional things, loving each other, we give more importance to moon. Но когда дело касается каких-то более тонких вещей, то есть взаимоотношений, любви, то большее значение мы придаем луне. But it is also true that nowadays professional success also has something to say in a personal relationship. If somebody is not successful in anything, it becomes difficult to satisfy the partner also. Но сегодня мы говорим о том, что в личной жизни тоже очень важно влияние вот этих вещей, как успешность и так далее, потому что если человек не успешен, то сложно удовлетворить своего партнера. So that is why we need to judge all kinds of things. Now the situation is changing. It's not like an ideal society. Поскольку общество у нас не идеальное, то нам надо смотреть и то, и другое одновременно. And in Vedic astrology, Venus and Mars are compared for judging the attraction between two people. It is not just love, it is kind of attraction. Venus and Mars, they are judged. А для того, чтобы посмотреть, насколько люди привлекательны друг для друга, мы смотрим взаимоотношения Венеры и Марс. And it is very interesting that in Vedic astrology there are some combinations which can affect your partner. Horoscope combinations in your horoscope, they can affect your partner's success or even health. И мы можем говорить о том, что в вашем гороскопе может быть указано, как вы повлияете на вашего партнера, на его успех или даже здоровье. So these things also need to be judged, whether one particular partner's horoscope is making your professional life or your health difficult. И в таких случаях мы смотрим, не делает ли гороскоп партнера вашу жизнь более сложной в профессиональной сфере или в сфере здоровья. For example, from the horoscope, from the seventh house, we judge about the partner. Например, по седьмому дому мы смотрим партнера. If you have some very bad planets in the seventh house, whoever will be your partner will have to experience some results of those bad planets. Например, если у вас в седьмом доме какие-то плохие планеты находятся, то кто бы вашим партнером не был, на него они будут все равно влиять. So, I will tell you the real story of my mother and father, the real fact. Я вам расскажу реальную историю моих родителей. When my mother was 15 or 16 years old, my grandfather consulted a very learned astrologer.
когда моей матери было 15-16 лет, ее отец пришел на консультацию к очень такому именитому астрологу. So, my mother was actually in a different room. Somehow she heard something that the astrologer was telling about her future. В это время она находилась в соседней комнате, и она смогла услышать часть того, что астролог говорил ее отцу. So the astrologer said, this daughter of yours has to be a widow after marriage. И астролог сказал, что твоя дочь станет вдовой после замужества. So it was actually necessary to judge the horoscopes or match the horoscopes before my mother's marriage. Поэтому было важно посмотреть гороскопы, то есть как они совпадают до свадьбы. Because if the horoscopes are compatible, then this fault in my mother's horoscope that she has to be a widow can get covered up. It can get adjusted. То есть если они совмещаются определенным образом, то вот этот вот пункт, он может быть перекрыт уже гороскопом другого человека. But unfortunately, the horoscopes were not matched properly when the marriage was fixed between my mother and father. It was an arranged marriage. Но, к сожалению, это была свадьба по договоренности, распространенной в Индии. К сожалению, эти гороскопы не были правильным образом просмотрены. And when I was 7 years old, indeed my father died. И в конце концов, когда Арджуну было 7, его отец умер. So a lot of things actually happened in our lives, and we do not understand why this is happening. И случилось очень много в нашей жизни, но мы так и не понимали, почему это происходит. So with the help of astrology, we can find the root of those problems and maybe do something to bring at least a partial solution to it. Если бы мы вовремя получили хорошую консультацию астролога, то, возможно, можно было бы предотвратить либо хотя бы как-то снизить негативное влияние этих вещей. Once I saw a particular horoscope of a young man who was 35 years old. Однажды я видел гороскоп мужчины 35 лет. He already had quite advanced stage of cancer. У него был уже такой достаточно большой рак, достаточно уже такой степени сильный. So when I saw the horoscope, I found some kind of a karmic defect which is called a curse coming through generations in one particular family. Когда он посмотрел его гороскоп, то он увидел, что там присутствует проклятие, которое передается по семье, то есть семейное проклятие. So I found out after inquiry that he was obviously going to die. I could understand. There was almost nothing could be done. Я видел, что он все равно умрет, почти ничего невозможно с этим сделать. So I found out that in their family all men die quite young. И я увидел, что в его семье все мужчины умирали достаточно молодыми. In the previous generation, 3 men died in their 20s. В предыдущем поколении, то есть поколение назад, 3 мужчины умерли в возрасте 20 лет. It's like his father and father's 2 brothers. То есть это его отец и 2 брата его отца. And the generation before, there were 2 men were born, but they died within the age of 5 years. И еще поколение назад было рождено 2 мальчика, и они умерли, когда им было 5 лет. So most of the men in the family were dying very young. То есть большинство мужчин в семье умирали достаточно молодыми. So because they were very close friends of ours, this family, I took one of their family members to my spiritual teacher in the Himalaya mountains. Поскольку мы достаточно близко дружили с этой семьей, я взял одного из вот этих молодых людей с собой к своему духовному учителю в Гималае. So he was almost 135 years old then. В то время ему было почти 135 лет. And he was a complete
like sage. He had nothing to do with family life. He was a complete like an ascetic person. Он полностью аскет, у него не было, я про духовного учителя, семьи, ничего подобного. То есть. So he told us to meet him after one day again. So we went back to the hotel and he told us, you come to meet me tomorrow again. I will do some meditation. И он сказал, я сейчас сделаю медитацию, а вы приходите на завтра. So the next day he said, 6 or 7 generations ago, there was a violent fight between the members of this family and their neighbors. And in that fight, 6 or 7 people were killed. И он рассказал о том, что 7-8 поколений назад члены этой семьи очень сильно враждовали с другой семьей, и в этой вражде погибло 7 человек. Yes. So because of that, there is this curse in the family, and to remove this curse, you have to do a special ritual for the peace of those souls. They have not found peace. И он объяснил, что для того, чтобы прекратить вот эту цепочку смертей, нужно сделать определенные духовные ритуалы для того, чтобы умиротворить души вот этих вот погибших людей. So they did those rituals, and hopefully in future this will not happen. But I want to say that several strange things may be written in our destiny. Through the astrology, it is possible maybe to uncover those mysteries. Все эти ритуалы были проведены, и надеюсь, что не будет уже таких случаев в этой семье. Но я должен отметить, что найти ответы на какие-то определенные мистические загадки в судьбе можно вот именно с помощью астрологии. So we find several incidents like this in different, not only in India, even in Europe. I have found several instances like this. И не только в Индии, но я встречал подобные случаи и в Европе тоже. Like several suicides and depression and suicides in one family. Когда, например, в одной семье совершалось несколько самоубийств. So, I do not actually want to extend my lecture too much because it is a vast subject and it can go on throughout the night. Я не хочу сильно растягивать лекцию, потому что об этом можно говорить всю ночь. So, if you have any kind of questions, you can ask me, I will try to answer. Если у вас есть какие-то вопросы, можете меня спросить, и я постараюсь ответить. У меня есть вопрос по астрокартографии. She has a question about cartographics. Если уважаемый Арджун приезжал и приезжает в Беларусь, может быть, он интересовался по их системе, под каким знаком находится Беларусь? And which sign the Belarus is? I think in Vedic astrology there is no exactly mention for Belarus, which sign, which is not mentioned. There are mainly two systems which are followed in Vedic astrology. Но поскольку в древних текстах вряд ли это упоминалось, тогда еще Беларуси не было, но есть две определенные системы. One is observing the weather, the nature of the people, the culture of the place, it is given a particular sign that this has to be the sign of the country. Один способ – это наблюдение, когда мы смотрим, какая погода, какие люди, что происходит, и поэтому уже судим, какой знак. But there is another system that when a country is getting independence, they see that date, time, all those things, and according to that, they find the zodiac sign of that country. А второй способ заключается в том, что мы смотрим, когда страна приобрела независимость, дату, время, место, и уже по этому определяем, какой знак. So you have to see, like, on which date, at what time, like, Belarus got independence, and accordingly you have to make the horoscope. То есть, как и для человека, можно составить такой натальный гороскоп для страны, то есть посмотреть вместо даты рождения, вы смотрите дату образования
But I am doing a research, but I am not still going to, I am still not going to disclose the results of the research because it's still on, that the 180 degree dateline, the 180 degree dateline, from 180 degree to 150 degree, I'm taking the 180 degree dateline as Alice. 180 degree longitude till 150 degree. То есть от 150 So I am taking this 180 degree as shear to shear, this place as Aries. То есть от 180 до 150 принадлежит Овну. Then I am taking this as Taurus. Следующее. Taurus. The second place. So I am making some research, some observations like this. I'm making some my own research like this. Это его личное исследование, он еще не до конца закончил систему. But I have to observe more to make some more adjustments. Больше наблюдений для того, чтобы эту систему привести в порядок. There is a defect of this system, of any system like this. There is a defect, or let's say limitation. Есть определенное ограничение в любой системе, вот похоже на это. Like Moscow and Mecca, they are almost on the same longitude. То есть Москва и Мекка на той же практически долготе. So even on the same longitude, differing by latitude, different places can have different destiny or different fate. То есть для этого уже надо потом смотреть по широте, насколько разная будет судьба у этих. So I am trying to make some adjustments. Like this is for equator actually, for 0 degree latitude. This is for equator. Это для экватора подходит больше всего. So I am trying to make some specific adjustments for places towards the north and towards the south of equator in that same zone. И вот сейчас пытается понять, как это будет работать для стран, которые находятся в той же зоне. So hopefully I will be able to give some kind of results and some proofs of my research in my next lecture here that should be in autumn. Возможно, у меня уже будут результаты, и я смогу вам их рассказать на следующей лекции, здесь, которая будет осенью. But this is a very different kind of system that is completely my personal opinion. It may differ from other research scholars. Но эта система, это мое личное мнение, она может отличаться от системы, которую представляют другие школы. Like we say that the sun rises first in Japan. Yes, we say that. Например, мы говорим, что солнце сначала встает в Японии. So I'm taking that as that is why I'm taking 180 degree. That is not exactly Japan, but still close to Japan as the eastern point. Поэтому я беру вот как раз 180 градусов, потому что она наиболее близко к максимально восточной точке. But not only because of this, I have some other reason also why I'm doing this.
Но это не единственный пункт, почему я это делаю, у меня еще есть свои какие-то. Like I said, sun indicates the eastern direction. Солнце представляет восточное направление. So in personal horoscopes, I have often seen people with very good sun. They are getting success in Japan, China, these places. I've seen it many times. Я много раз наблюдала, что люди, у западных людей, они становятся успешными именно вот, когда работают с Японией и другими восточными странами, если у них сильное солнце. Otherwise, how can we say that Europe is west and India is east? It is just a round globe. How can we exactly say? Но это достаточно условно, потому что нам надо как-то определиться, где запад, где восток. На самом деле, естественно, планета круглая, надо какие-то условности соблюдать. So that is why I have observed that indeed people with strong sun are getting good results in Japan and in Hong Kong, these places. After that I decided to do the system. И он решил, что эта система может быть рабочей, только после того, как практически проверил, что люди с сильным солнцем действительно становятся успешными в таких странах, как Япония, Гонконг, то есть это практически он проверил. То есть все знаки льва. Все львы в Японии. Yes. На сильном солнце. No. It depends on the position of sun. Position of sun. Зависит от позиции солнца. And also if the person is getting sun's period in that right time, the period of sun according to a Vedic system. И не просто когда сильное солнце, а еще когда он находится в периоде солнца.